Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 9 июня, и мы продолжаем с вами размышлять на тему поклонения. И я хотел бы напомнить вам, что вся Библия говорит о том, как мы с вами можем поклониться Господу. Это очень важно знать и понимать. И я хотел бы начать с того, чтобы прочитать исход 20 главу со 2 по 3 стих. И там написано следующее. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Мы прочитали с вами до пятого стиха. И суть этой заповеди лежит о том, что Бог э, ревнует, о поклонении. Бог ревнует о том, кому мы с вами поклоняемся. И Он помещает свой народ в особые взаимоотношения. Он обращается к Израилю и говорит, «Вы хотите, чтобы я был вашим Богом?» Народ говорит, «Да, конечно, это было бы очень хорошо». Тогда Господь говорит, «Я предлагаю вам особые взаимоотношения. Я предлагаю вам взаимоотношения завета». И завет сам по себе является основой для нашего с вами поклонения. Если человек не находится в завете, он не может полноценно поклониться Господу. Да, мы можем приносить какие-то жертвы, мы можем делать какие-то действия, мы можем производить некую работу и говорить, вот так я служу Господу. Но этого недостаточно. Нужно находиться в тесной связи, нужно находиться в завете. Потому что завет очерчивает границы поклонения. Что нужно принести, кто должен прийти, где должно свершаться это поклонение, как оно должно свершаться. Завет отвечает на эти вопросы. И Завет был записан для израильского народа на свитке, который каждый из них должен был изучать. Царь, который вступал на престол, он должен был переписывать этот свиток. Он должен был день и ночь учиться. И в этом было благословение для еврейского народа. Если народ хотел получать благословение, если народ хотел иметь правильные взаимоотношения с Господом, он обязан был знать свиток. Он обязан был знать границы поклонения. Он обязан был уметь поклониться и принести правильные жертвы для того, чтобы это взаимоотношение было возможным. И вы знаете, друзья, я искренне желаю каждому из вас находиться в правильных взаимоотношениях с Господом в Завете. Размышляйте, размышляйте над словом о том, как можно сегодня поклониться Господу. Какие жертвы ему угодны, каким должно быть наше сердце, где мы можем приносить эти жертвы. Все это есть в Писании, потому что Библия ⁇ это книга о поклонении и о поклонниках. Эта книга является путеводителем для каждого из нас, для того, чтобы встретиться с Богом. Он вышел навстречу, теперь наше время выйти навстречу ему. И я благословляю вас иметь сегодня день, поклонников, чтобы во всем том, что вы делаете, вы прославляли Господа, чтобы во всех тех решениях, которые вы принимаете, вы превозносили Его, чтобы Он был центром вашей жизни. Не делайте себе кумира, не делайте себе чего-то, что являлось бы заменой Господа для вашей жизни. Помните, Он является единственной причиной любого вашего благословения. Все доброе, что есть в вашей жизни, оно пришло от Него, как подарок, как благословение, как проявление Его любви и заботы о вас. Да благословит вас Господь, благословит ваши семьи и ваши дома. Да даст Он вам свой мир, шалом и покой. Да будет Господь вашей опорой, защитой и вашим благословением. С миром можем, друзья. Я благословляю вас быть поклонниками по сердцу Господа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас свои искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.